Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является только юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии является неверным. Северо-запад в этногенезе башкир сыграл не менее важную роль, чем юго-восток. И тому примером история башкирского рода Еней. Башкиры рода Еней ныне проживают на территории Краснокамского, Илишевского, Туймазинского, Буздякского, Давлекановского районов республики, а также в ряде сел Агрызского и Актанышского районов республики Татарстан. По мнению большинства исследователей, древнейшим источником по истории происхождения племени Еней является сочинение Константина Багрянародного об управлении империей. Константин Багрянародный или Парфирородный – византийский император из Македонской династии. Царствовал с 913 по 959 год. В то время Восточно-Римскую или Византийскую империю окружала цепь враждебных народов и государств. С юга ее теснил арабский халифат, с запада – болгарское царство, с севера угрожали печенеги, русы, агузы и хазары. И вот среди этого сонма северных народов появляется еще один – венгры. Теснимые печенегами и другими тюркскими племенами, они переселяются из Приуралья в Центральную Европу. Здесь они становятся предметом внимания со стороны просвещенного византийского императора, зафиксировавшего племенной состав Венгерской Орды. Первый этот – от хазар отколовшийся, вышеназванный род каваров, второй – род неки, третий – мегери, четвертый – курту-гермат, пятый – тариана, шестой – генах, седьмой – кари, восьмой – касси. Константин Багрянародный об управлении империей X век. В записях Константина Багрянародного в списке древнемадьярских племен упоминаются племена Ярмат и Джино. То есть здесь прослеживается историческая параллель с башкирскими, древнебашкирскими племенами Юрматы и Еней. Необходимо сказать, что в науке сложилось такое мнение, что племена Еней и Джино, они все-таки имеют общую древнюю этническую историю и в древности развивались вместе. Упомянутый Константином Багрянородным род Мегери соответствует современному написанию самоназвания венгров «Мадьяр». Гермата соответствует башкирскому племени Юрматы и венгерскому Дьярмат. Генах – башкирскому племени Еней и венгерскому Еню. Венгерский историк Эрик Мальнар писал по этому поводу. Памятником влившихся в башкирский народ венгров являются племенные наименования, сохранившиеся до недавнего прошлого в Башкирии – Еней и Юрмат, объединившие оставшихся соплеменников двух венгерских племен – времен занятия современной территории Венгрии по названию Еньо и Дьярмат. Эрик Мальнар – проблемы этногенеза и древней истории венгерского народа. Эрик Мольнар пишет о башкирских наименованиях Еней и Юрматы как о сохранявшихся до недавнего времени. На самом деле, данные названия живы и по сей день. Они употребляются в живой речи, их содержание прекрасно осознается живыми носителями данных этнонимов. Аул Саузбаш Краснокамского района Башкортостана является коренным селением башкир рода Еней. В местной школе идет урок по истории родного края, затем небольшая театрализованная постановка, посвященная памяти односельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне. И, наконец, небольшой концерт, подготовленный самими учащимися.
шыққан мәлімметлер бойынша, біздің Сауызбаш халқы ол Еней руына келіп тірелейінді. Еней деген сөзінің, оның өзінің біздің яқларда үйреген ривайетлер бар. Бір Еней деген кіші бұяқларға ауға шыққан, бұланатарға, оның ике іті болған. Хәм бұл енді есепләп келген, қойда мұнашушы бұланға отып ол еғала, шында мен ауыл құрашақмын деген. Хәм бұлан отқан жерге мұнан ике іті де барып, отқанлар, хәм шул жерге енді ол түпленіп қалған. Хәм шыннан ол ауыл Еней Иткина деп аталған. Яки енді біздің шәйткенде енді іске Женей ауылы. Схожий вариант легенды был опубликован в журнале «Шура» в 1909 году под названием «Еней Бабай». Из предания можно заключить, что ее героем является башкир рода Еней по имени Иткинья. Почему основанный им аул получил название «Еней Иткина»? Біздің, шынки, өзі біздің ауыл, бұл Сауызбаш ауылы енді, оның ілікке есімі Йоңа Женей деп атала. Башқыртшалап айтсағанда Еней. Хәм бізден дирақ түгіл, біздің ауыл білемесіне кірген Иске Женей деген ауыл бар еді. Шушы ілікке Иске Женей ұранны ол Иділ, Елғасы, или Оғы Иділ дейбіз енді біз, Елғасы бұйында орнашқан еді. Оны ел сайын Юазғы ташқыны бағытында субаса тұрған болған, хәм оның қалқының бір үліші енді, мұнашы қазіргі біздің Сауызбаш жеріне келіп түпленгеннер. На картах 18 века в устье Агидели действительно можно найти аул Еней. Таким образом, можно констатировать, что енейцы жили на данной территории с давних времен, что подтверждают не только карты, но и письменные документы. В документах ревизии 1859 года читаем: «Мензелинского уезда 18-го башкирского кантона 13-й юрты деревни Еней, выселок Иткина, тоже башкиры». Всего 137 человек. Несмотря на бытующие легенды, местная интеллигенция отчетливо представляет себе проблему происхождения башкир-енейцев. Біргіне фикір әлі бұл тұрда әлбетті юғынды, лекен өзімнің тарихи мәғлуметлерін ұқығаным бар енді, біздің шушы Еней руының жіплері шыннан да мадиярларға келіп тұташы. Хәм біздің мына тілдә дә ұқсастық бар дейләр инде, қой бір культурабызда да нендерсе ұқсастық сезілә инде. Проблема башкиро-венгерского родства не получила своего окончательного решения до сегодня. Тем не менее, параллели в родовой структуре венгров и башкир никем не подвергаются сомнению. В 13 веке венгерский монах Рихард написал папе римскому Григорию IX доклад. Найдено было в истории венгров, что есть будто бы другая Венгрия, старейшая, из которой вышло когда-то 7 вождей со своими народами искать себе место для жительства. После того, как они прошли и разрушили много царств, пришли они, наконец, в страну, которая ныне зовется Венгрия. Рихард описывал предысторию венгерского народа, заставившую европейских венгров искать свою прародину на Востоке. В 30-е годы 13 века на поиски восточных венгров отправились 4 венгерских монаха-доминиканца. Трое из них погибли, но четвертому, Отто, удалось получить сведения о пути к так называемой Магна-Хунгарии, то есть Великой Венгрии, и вернуться на родину после 3-летних странствий. Несмотря на то, что Отто через 8 дней после возвращения скончался, он успел поделиться этими сведениями со своей братьей. На восток отправляется еще несколько венгерских монахов, из которых до Великой Венгрии дошел лишь брат Юлиан. Выступив из Будапешта, он добрался до Константинополя. Затем на судне переправился через Черное море, достиг Алании, а оттуда вверх по Волге дошел до Волжской Булгарии. Рихард пишет:
Великая Булгария. Великое и могущественное царство с богатыми городами, но все там язычники. В одном большом городе той же области брат нашел одну венгерскую женщину. Она указала брату пути, по которым ему надо идти, утверждая, что через две дневки он без сомнения может найти тех венгров, которых ищет. Так и случилось, ибо нашел он их близ большой реки Этиль. Те, увидев его и узнав, что он венгр, немало радовались его прибытию, так как язык у них совершенно венгерский. Тем не менее, получилось так, что в процессе вхождения на эту территорию кыпчакских, других тюркских племен, в процессе образования башкирского народа, угорский язык, видимо, был этими племенами утерян, и язык стал этих племен тюркским. Где нашел Юлиан искомых восточных венгров на берегах Волги, Камы или Белой? Об этом до сих пор спорят ученые и не могут найти однозначного ответа. Ведь гидронимом Этиль могли обозначаться все три названные реки. Так или иначе, большая часть енейских селений сегодня располагается вдоль берегов Камы и Белой на территории Татарстана. Одно из них – село Исенбаево в Агрызском районе названной республики. К моменту прибытия на Волгу миссии Юлиана, так называемые восточные венгры, по всей видимости, уже давно были частью башкирского народа, однако еще помнившие венгерский язык. Монах Юлиан пришел на территорию, скорее всего, современного западного Башкортостана и обнаружил там потомков тех древнемадьярских племен Ене, Юрмато, которые еще хранили память о венгерском языке, но уже были башкирами. Примерно через 80 лет после Юлиана в Приурале отправился другой монах, Яганка Венгр. Но он уже не обнаружил там никаких венгров, а лишь государя всей Баскардии, зараженного сарацинским заблуждением, то есть мусульманского правителя всей Башкирии и его мусульманских подданных. После присоединения к русскому государству башкирские родовые подразделения получили от царского правительства жалованные и оберегательные грамоты, в которых указывались их границы и вотчины. Вот одна из них. Лето 7148, то есть 1640 года, марта в третий день, били челом государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси. А воеводе Ивану Ивановичу Салтыкову подали челобитную Уфимского уезду. Енейская волости, есашные башкирцы Янбатычка Кудабахтин сын, Магазячка Байбахтин сын с товарищи. А в челобитной их написано: «Вотчина де дедов и отцов их, вниз по Ику реке, по обе стороны бортные ухожие и всякие зверевые ловли и созер». Одним из крупнейших енейских селений был аул Ушар, называвшийся по-русски деревней Семиостровой и состоявший из трех аймаков – большого, среднего и малого. Данное поселение было настолько большим, что во второй половине XIX века была образована отдельная Семиостровская волость. К сожалению, в связи со строительством Нижнекамского водохранилища многие башкирские селения Енейской волости – Ушар, Еней-Иткина, Сафар, Азиаба – ушли под воду. От затопленных башкирских селений остались лишь документы, проливающие свет на их происхождение и границы их владений. Башкиры деревни Семиостровой или Ушар в 1669 году получили грамоту, в которой говорилось: «Били челом государю и великому князю Алексею Михайловичу Енейской волости башкирцы Еналейка Едигаров с товарищи, а в челобитии их написано –
Вотчины их старинные дедов и отцов их по Каме-реке, по обе стороны верхние межа по речке Побую, по речке Памзе вниз по реке Каме, по обе стороны да по речке Белой, по обе стороны. А платят Дионис той вотчины великому государю Исаку 65 куниц да 22 батмана меду. Таким образом, территория Енейской волости включала в себя нижнее течение рек Ик, Белая и Кама. В силу своего топографического положения она была объектом усиленной правительственной и крестьянской колонизации, что вынуждало енеев участвовать в башкирских восстаниях. Мулла Енейской волости Мухаммед Якупов был одним из предводителей повстанцев во время Алдар-Кучумовского бунта. В то же время енейцы в составе отрядов башкирского войска участвовали во многих военных походах русской армии против внешнего противника. Например, в польский поход 1771-1772 года. Они отправили 130 воинов из команд старшин Енейской волости Шарипа Айдарова и Гали Ермухаметова. Так получилось, что большинство енейских селений Башкортостана расположено за пределами своих родовых территорий. На своей вотчинной земле остались лишь 5 деревень вдоль рек Белая и Сюнь. Остальные на территории Татарстана. Река Кама и нижнее течение Белой стали своеобразной Берлинской стеной, разделившей ряд западных башкирских родов на две части, ибо именно по этим рекам проходит административная граница между Татарстаном и Башкортостаном. Саузова и Саузбаш некогда входили в Малый Аймак Семиостровской волости, то есть составляли с жителями аула Ушар или Семиострова единую общину. Если взглянуть в ревизские сказки, то в них увидим, что, например, Ушар был крупным селом уже в 1816 году, насчитывавшим более 700 человек. Все жители башкиры. Такими же селениями был аул Сауз и Саузбаш. Жер житмеу арқасында 19-ші ғасыр ұзақларында қазіргі Шолманарат Оқтаныш районына кірейінді ол Татарстанның ілік Мензеля уезды Уфа губерниясына кірген Шолманарат, Шебіз, Үшір ауылларынан енді жер житмеу арқасында бұл яқларға көшіп келген халықлар екінші үшін тәшкілдіп тұрайынды біздің ауылының кішілерін түпкілден. Хәм менім енді өзімнің нәсілімнің жіплерінде шушы Шолманарат ауылына келіп тұрайлы. Шүнкі менім әтімнің әтесі Мұхаммед Ғазиз бабайынды шул ауылдан жіребеге тиген үлішке шушы йоққа келіп шыққан. Ең бірінші шушы ауылыны негізләуші кішілерінің бірсі болған. Действительно, по документам выясняется, что Миникаевы проживали в селении Чалманарат. В документе 1848 года значится имя башкира, названного села Динмухаммеда Миникаева, с его родовой тамгой. Миникаевлар нәсілі, бик бұрынғы нәсілілерден келе. Біздің руымыз, яне руы, ағасыбыз Қойын, тамғабыз Сенек, суыбыз Шулман, қышыбыз Тұрғай. Ұранымыз Салават. Менің әтей сөйлеуінше, біздің нәсіліміз Мензеля Иязы, Уфа губернасы, Шалманарат ауылынан келіп шыққанлар. Селения Чалманарат, Ушар, Шабыз, Сауз, Саузбаш и другие составляли одну кровнородственную енейскую волость, о чем свидетельствуют документы. Башкирцы 12-го кантона деревни Чалманарат, Гильван Гузаиров, Мухаммед Садык Исламгулов и прочие объясняли, что они по праву одноводченичества в енейской волости с давнего времени владели земельными угодьями и рыбными ловлями. Однако потомки переселенцев с противоположного берега, теперь являющегося территорией Татарстана, ошибочно считают себя татарами. Біздің шушы жаңы Женей ауылы екі үліштен тұрған. Бір үліші башқырт, бір үліші татар болған. Татар үші башқырт үші деп аталған енді. Татар деп әйтмегенлер, типтер ұшы деп. Башқыртлар білен, башқыртлар жерлі болған, типтерлер жерсізірек болған енді, олар күшіп келушілер болғанлар. Нешілептір, оларының тілері бір болған, типтерлерінің де, башқыртларының да
Шынсы, бұл тарихшылар үшін әлі бұны ашықлысы бар. Нешек типтерде башқыртта бір тілді сөйлешкенлер алар. Алар, бәлкі, ол типтерлер жерсіз қалған башқыртлар болғанлардыр. Енейцы не только принимали на свои земли башкир-припущенников и типтярий, но и зачастую сами ими становились. Например, в 18 веке множество енейцев переселилось на территорию Башкир-Канлинской и Еланской властей, где со временем оказались в составе типтярского сословия. Ныне на территории Буздякского, Давлекановского, Туймазинского районов проживает множество их потомков. Манашуши жены узлернен шин жены ароннан шыққанлары. Лекен бізді қазір Татарстан яғынан көшіп келген кішілер бар. Олар узлері Татария территориясына көшкешінде, шуңа көре узлернің нәсіл жіплерін, узлерін аруларын әлі біліп тұрмейлер видима, енді хәм узлерін татар деп санашылар да бар. До революции весь восток Татарстана административно входил в состав Уфимского уезда, а сословно в состав территории Башкирского войска. Границы, образованные в 1920 году Татарской АССР, были прочерчены без учета этнографических реалий. В результате 200 тысяч башкир Менделинского, Сарапульского, Бугульминского и Елабужского уездов вошли в состав соседней республики. Например, башкиры Тугусской Тюбы Енейской волости обитают в селе Исенбаево Агрызского района Татарстана. Алган игисалши исен карт, башкарт аталайн башкарт карты была, анын вочина жерлери была. Исенбай үзегіне түгел, Исенбайдан 60 километр ираклықта Утмуртия шиклеріне кадар, Ижевск шиклеріне кадар, хэм ун яқтан, Исенбайдан ун яқта Каракулина, Утмуртияның Каракулинаны кірттіп, хэм шылай оқ, әгірже районға баратырған Чикалда, ауылын иски Чикалда, яңа Чикалда, ауылларын кірттіп, Исенбай картының вучина жерлері була. Исенбаево всегда являлось одним из крупнейших селений башкир рода Еней. Сегодня здесь проживает 976 человек. Однако в ревизских сказках 1859 года читаем. В Вятской губернии Сарапульского уезда 17-го башкирского кантона 5-й юрты деревни Исенбаевой башкирцы. Мужского пола 527 душ, женского 523. Всего 1050 человек. Исенбаевцы имеют давние родственные связи с жителями енейских сел на левом берегу Камы, Саузова и Саузбаш. Исенбайлар, Исенбайдан шыққан бар Сауз ауылында бар мына қазіргі вақытта. Біз аты біз енді Арияқ дейбіз енді. Каманың Арияғын біз Арияқ деп атаймыз, олар біздің Каманың бояғын біздің Арияқ деп атайлар. Не, Саузда, андан соң тағы не, Соустан Исенбайда кишилер бар. Исенбайдан соуста бик көп бизден кеткен кишилер бар. Ирлери де бар, хатын-кызлары да бар. Алайгына түгел 3-4 ауыл менин хатиримде калган. Мына менин үзүмдүн аби соусуныкы. Атинин аниси соустуктан келген мында. Саузовцы временами переселялись в Исенбаево, исенбаевцы в Саузово, становясь таким образом припущенниками. Переселялись также безземельные башкиры других властей, становясь типтярами. Но, по сути дела, и те, и другие были представителями одного башкирского народа. Башкортлар аталган. Олның буяк үліші типтерлер деп аталган. Яғни типтерлер түрлі халықлар яшаган. Келіп урнашкан деген мәгінені аңлатады. Типтер, тибілген. Қояндыр келген, тибілген, қояндыр келіп урнашкан. Бұяқ енді башқыртлар, мына бұяқта бар Әл-Фарисовлар, бұяқта бар Түтиевлар, фамилиялар. Нәтиясы біз енді ауылының өзінің тарихы бек зор, үйренірге де, үйренірге, үзленірге де, үзленірге. Таким образом, ввиду целого ряда ошибочных представлений, бытующих на уровне обыденного сознания, огромное число северо-западных башкир ассоциируют себя с татарским этносом, что противоречит историческим данным. Однако ставшие доступными архивные данные и пробудившийся интерес к прошлому выводят людей из состояния беспамятства. Thank you.
тілі біз түнде күн батыш башқұртларына кіре. Шынки біз қазір мені, мен өзім оқытушы кіші, шыма көре қазір тілімні мен әдәби тілге сөйлештім. Біздің яқытта бұлай, біздің, сіздің, бұдау деп сөйлешу ол түптен келген. Шыма көре енді мен ойлаймын де, шыннан да біз шул жәнәй ұруы башқұртларына кіргенбіздер дейді. Башкиры рода Еней населяют деревни Саус и Саусбаш Краснокамского, Зяелева, Кипчакова, Турачи, Илишевского района, село Чапаево Давлекановского района, Шлонлыкуль, Старый Шигай, Старые Богады Буздякского района, Какрыбаш, Нижние Бишенды, Туймазинского района Республики Башкортостан. А в Агрызском районе Татарстана они населяют аулы Исенбай, Кадыбаш, Утиган, Касай. В Актанышском районе к их селениям относятся такие села и деревни, как Адай, Бугады, Новые Бугады, Буаскуль, Калмаш, Султангул, Сууксы, Нижние Верхние Урьеды, Чалманарат, Шабыс. Башкирский род Еней имеет уникальную историю, уходящую своими корнями в эпоху Великой Венгрии. Среди самих венгров данное родовое деление кануло в лету, вследствие чего уже не осталось людей, могущих с гордостью сказать «я из племени Еней». Среди башкир такие люди есть. Их порядка двух десятков селений по обе стороны Камы и Белой. Было бы желание помнить об этом, изучать и беречь собственную историю.